показывает, чем мы на практике отличаемся от этих. Ну, я здесь, потому что здесь нельзя сегодня не быть, потому что, во-первых, Немцов был моим близким товарищем, и его убийство – это личная потеря и для меня. Ну, личная потеря просто, но все-таки надо понять, что это не траурный марш, да, несмотря на то, что, конечно, мы все очень переживаем потерю этого человека, это все-таки не траурный марш, и мы здесь собрались не для того, чтобы скорбеть. Мы здесь для того, чтобы выдвигать политические требования власти. Мы здесь для того, чтобы требовать освобождения политических заключенных. Мы здесь для того, чтобы требовать расследования всех политических убийств, не только Немцова, убийства Политковской и всех остальных. Мы здесь для того, чтобы требовать демократических реформ, потому что надоела эта дремучая путинская духота. Невозможно жить в стране, где постоянно все запрещают. Потому что Немцов все-таки он был очень яркой фигурой в политике. И его очень не хватает сейчас, когда у нас всякие политические события происходят. Многие говорят о том, что Немцов со своим опытом, своей способностью разговаривать, договариваться, создавать коалиции, мог бы помогать и политическому процессу сегодня в России. Но, к сожалению, этого не будет. Много проблем, которые выводят людей на улицу. Нет демократии, нет. Фактически в России строится тоталитарный режим с пытками и убийствами, а с нерасследованными убийствами. Надо выходить.